Акция службы занятости населения проходит по всему Краснодарскому краю. 2 и 3 марта с вакансиями ознакомились жители Лазаревского и Адлерского районов. Накануне ярмарка вакансий прошла в Хосте. А сегодня два десятка работодателей представили широкий выбор должностей в центре курорта. В основном это вакансии в санаторно-курортной отрасли и здравоохранении. Вакансии у нас и горничные, стюарды, уборщики, всевозможные медсестры, врачи, санитарочки. На любой вкус. Хотя ярмарка вакансий у нас для женщин, но точно так же и много мужчин, и вакансии представлены также и для мужчин. Это Федеральная служба охраны на Кавказе, станция скорой помощи, которая предлагает водителей. На ярмарке вакансий присутствовали руководители и специалисты кадровых служб предприятий. Им можно было не только задать вопросы, но и сразу пройти собеседование. Кроме того, соискатели получили информацию о возможности переобучения и повышения квалификации, узнали о дополнительных мероприятиях и программах. Эти и другие услуги бесплатно предоставляет Сочинский центр занятости населения.